Такие танцы с детьми со стороны могут вызвать страх и удивление, но крохам подобные маневры даже нравятся. Тем более лечебная физкультура очень полезна для здоровья малыша. В прошлом году Дарья Насибуллина уже получила звание супермамы. Теперь уже сыном демонстрирует его способности. В прошлом году мы выступали, я была в положении. Сейчас вот мы решили уже своего ребенка тоже приобщать к сцене, и чтобы он показал свои возможности, что он нисколько не отстает от мамы с папой. А вот будущие родительницы оттачивают свое мастерство на ежедневных репетициях. За звание супермамы поборются 6 молодых сучинок. В конкурсную программу войдут дефиле в вечерних платьях, танцевальные номера, элементы гимнастики, хореография. Будущие мамы также покажут свои кулинарные способности и навыки по уходу за малышом. А в перерывах среди зрителей пройдут розыгрыши и викторины. Это приносит в первую очередь огромное удовольствие. Заряд энергии, сил, уверенность в себе, потому что это крайне необходимо мне в период беременности, потому что все привыкли думать, что это очень такой ранимый процесс для нас, требующий постельного режима. Собственно, действия, которые увидите вы на сцене, докажут, что это абсолютно не так. Конкурс состоится в воскресенье 30 ноября в Доме культуры Центрального района. Для участниц организаторы подготовили ценные подарки. Также на сайте «Растем вместе» стартовал фотоконкурс среди будущих мам. Поддержать конкурсанток могут все желающие. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.